alles durchsuchen. Осмотрите здесь все. Jedes einzelne Dokument mitnehmen. Соберите все бумаги. Сдохла. Вот тварь чуть не убила. Точно не равнуешь? Говорю же, это не моя кровь. Чему она из меня? Перестань, ничего же не изменить. Надо уходить. Если сдала помазан, они сюда придут. Уже пришли бы. Она сегодня была здесь. Зачем? Сказала, когда сделает? Она хочет сначала встретиться с Клейменом и Фроловым. А если за ней следят? Она не верит нам. Если немцы возьмут ее родню, она ничего не будет делать. Надо их опередить. Я поговорю с ней. Маш, не надо с ней говорить. Я поговорю с ней сам. Тебе нужно немедленно уходить из города. У меня есть документы. Пока опознают Веру, время есть. Вот поэтому немедленно и нужно уходить. Там у берега лодка, в том месте, где до войны, ты знаешь. Переправляйся в отряд. И что я скажу? Что? Что я не выполнила задание, потому что меня сдали? Что у меня больше нет людей? Что помазан пасут? Нет. Пока Краубль жив, не вернусь в отряд. Маша, откуда такая одержимость? Куда сюда? Ты же прекрасно понимаешь, что убьем этого, пришли другого. Опять все сначала. Не надо пороть горячку. Ты выраженец. Готов сдаться в любой момент. Маша. Маша! А что я скажу детям? Переправляйся в тыл. К ним. Я останусь здесь. Я все сделаю. Она пустышка. Она никто. Ты идешь в нее на поводу, вот она и требует. То одно, то другое. Я ее заставлю. У нее есть я. Она же не против, она просто боится за детей. А за тысячи других детей, которые с голоду пухнут и подыхают, она не боится? А ты за своих детей не боишься? Только обещай мне одно.
Архипова, открой! Открывай! Открывай! Воды дай. За этим пришла. Сергеем что? Боишься? Одна? Где сестра? Уехала. Что тебе надо? Сколько тянуть будешь? А ты кто такая есть, чтобы здесь командовать? Завтра все сделаешь. Отведешь меня к главному, и он мне скажет, что я должна сделать. Сделаешь, тогда отведу. А то что? Застрелишь. И глазом не моргну. И тебя, и Сереж твоего. А детям своим ты что скажешь? Как их отец погиб? Что? Или ты меня так ненавидишь, что мужа родного готова убить? Откуда знаешь про меня и Якова? Догадалась. Немцам сдала? Если б я тебя сдала, ты бы сейчас здесь не стояла. А это что? Зачем немцам твои родственники? Думаешь, пожалеют? Вы пожалеете. Ты уж определись, с кем ты. Значит так, всю мою семью вывезете из деревни, и мать, и сестру мою, и племянника. Сегодня из-за этого погибла очень хорошая девушка. Ты тварь. А ты идейную найди себе. Или, может, мужа своего попросишь? Он тебе еще кого приведет на подмогу. Дальше. Сестра моя встретится с главным, напишет записку. Записку мне эту принесешь ты. Будет записка, все сделаю. Все? Нет, не все. Как-то так все придумайте. Чтобы дети остались живы. У тебя есть яд? Нет, у меня больше яда. Кончился. И еще. В лес меня отведет Яков. Как получится. Либо Яков, либо никто. А мы жили хорошо. Хорошо. Жалела я его. Раненый был. Ходила за ним. Вот на этом диванчике лежал как раз.
помирал. Лекарства ему нужны были. Так я на немцев пошла работать. Выходила. А то помер бы. А видишь, живой. Вот и думай. Кто из нас его больше любит? Я тебя понимаю. А ты меня понять можешь? Нет. Ты как не человек вроде. Мы можем не успеть. Горе ваше. Нет, ну, это надо с коровой в лес. Вы сказали, забирай все, что хозяева захотят. А корова вам зачем? Сестра у меня важный человек. Сказала все пожитки брать. Мы и прикроем. Не проскочим. Документов-то нет. Так, давай в лес. Трогай! Что пошло? За шматье гадское. За корову людей положили. Твари, уроды, ненавижу! Еще устроишь истерику? Расстреляем по закону военного времени, понял? Вставай! Вы главный. Вам главный. Вот. Ничего не понимаю. Главному командиру прошу доставить это письмо. Какая-то чушь. Будто школьник писал. И на русском, и на немецком что-то. А что еще просила передать ваша сестра? Ничего. Сказала отдать самому главному,
когда нас арестовывать придут. Николай Петрович, Силантьев где? Андрюха! В город собирайся. Быстро. Всех разместить, накормить. И чтоб без фокусов. Что значит, это не связная Клеймана? Вы хотите сказать, Архипова ушла? Вместо нее при аресте была убита сотрудница комиссариата из местных. Почему не взяли живой? Она отстреливалась, убила двух солдат. Избавьте меня от дурацких подробностей. В итоге у нас нет убедительных доказательств, что любовница Краубе, как ее? Помазан. Связана с партизанами. Верно? Думаю, что надо брать киномеханика и Помазана. В отсутствии связи с партизанами, от отчаяния, он может заставить ее убить Гауляйтера. Как вы хотите ее арестовать? Гауляйтер приказал убрать из охраны всех наших людей. Прямо у него в доме, не имея надежных доказательств. Представляете, что он устроит? А где киномеханик? Я не знаю. Еще вчера мы сняли наблюдение за кинотеатром, чтобы он ничего не заподозрил. Господин фон Готенберг, мне сообщили, что господин Гауляйтер издал приказ об отстранении всех служащих СС от работы в комиссариате. Вы уверены? Охрана вермахта не пропустила их на рабочие места. Благодарю. Что это значит? Он выводит конфликт на другой уровень. Завтра об этом узнают в Берлине. Послезавтра здесь будет комиссия партийных. Так что, прежде чем думать о его безопасности, подумайте о своей. Думаю, что шанс установить связь Помазан с партизанами еще есть. Она не сбежит. Эти русские непредсказуемы. Наш агент будет следовать за Помазан неотступно. Она не сможет сбежать. Думаете, она не расскажет? Хотя... Кому? И что она может рассказать? Что она завербована нами? Тогда и нет дороги ни к партизанам, ни к нам, ни к Краубе. Вы ведь завербовали ее. Она подписала карточку агента. Она будет молчать. Андрей, ну, наконец-то, я уже отчаялась. Здравствуйте, Мария Андреевна. Леймонд прислал. Сказал, это письмо оставить для ваших Помазан от сестры ее. Спасибо. Чего случилось? Бомба нужна срочно. Только вот я не знаю, что с ней делать. Что, есть шанс? Да, и срочно. Надеюсь, она согласится.
Только эта штука непростая. Английская. Поднести нужно на 1-2 метра. Чтобы наверняка. Как ее завести? Значит, работает это так. Крепится на магниты. Вот так. Взрыв направленный в ту сторону. Вставляете взрыватель. Он химический, действует как растворитель. Стрелку переводите на нужный час. Вдавливаете взрыватель внутрь. Внутри лопается пузырек, выливается кислота, процесс начинается. Черный ход куда ведет? В соседний двор ведет. На. Это что, бомба? Да, английская. Не бойся. Поближе подойди. Она всех в доме не поубивает? Нет. Взрыв направленный. Работает в одну сторону. Главное, поближе поднеси. Если передумаешь, пуганая уже. Галочка. Мария. Здравствуй. Те. Я на минуту. Я потом опять сюда приду. Отведешь меня, куда будет нужно. Как уже сегодня? Сегодня. Влюбился в нее? Говори глупости. И за стол садись, там молоко рядом. Ненавижу ее. Черт.
И тебя. Ненавижу. И себя. Кажется, бинт в ящике. Яша, скажи, пожалуйста, что ты меня любишь. Или ее любишь. Кензи. Проходи. Фрау Галина? Фрау Галина. Warum kommen Sie nicht her? Что же вы не подходите? Я. Guten Morgen. Доброе утро, господин Вирхов. Guten Morgen. Machen Sie Ihre Tasche, bitte. Доброе утро. Откройте сумочку, фрау. Фрау Галина, вы будете с нами играть? Мы хотим играть в прятки. Идем скорее. Послушайте, зачем вы ее задерживаете? Доброе утро, госпожа Краубе. Я всего лишь выполняю свою работу. Ей тоже надо работать. Пропустите ее скорее. Слушаюсь, госпожа Краубе. Проходите. Доброе утро, госпожа Краубе. Ты опоздала. Дети уже ждут. Меня сегодня не будет. Я хотела спросить, не могу ли я уйти сегодня раньше. Я плохо себя чувствую. Дождись моего возвращения. От детей держись подальше, чтобы они не заразились. Я боль. Конечно. Эй, ты, документы. Führer Schulz. Как ты все-таки смогла ее убедить? Неважно. Главное, что сделала. Что с ней будет, если ее возьмут? С ней? Да, она сдаст всех сразу. Так что здесь нельзя оставаться. Но если получится? Все-таки получится. Она вернется, здесь никого. Я должен дождаться, как договаривались. Придет, отведу в отряд. А если она испугается и немцев сюда приведет? Ну, не всю же войну мне
прятаться в теплом местечке. Яш. А давай вместе уйдем. Да иди, я ее подожду. Я ее втянул во все это. Если я не открою кинотеатр, то они заподозрят, начнут искать раньше. Ты рассказал ей? О чем? Сам знаешь. Пожалуйста, загадками не говори. О чем, Маша? Ладно, хватит. Мне пора. Силантьев ждет. В лагере предупредить надо. Маша, о чем ты? Маша! Она знает про нас. От кого? Не знаю. Вот у нее и спроси. Яновская, проследите, чтобы все было подготовлено к отъезду моей жены. И сделайте так, чтобы завтра моя семья была в полной безопасности. Меня нет ни для кого. Фрау Галина. Герр Краубе. Господин Краубе. Их пути. Я убиралась. Lassen Sie sich Zeit. Не торопись. Entschuldigen. Я уже закончила. Что же за них? Я не буду мешать вам. Sie stören mich nicht. Ты не мешаешь. Ich gehe. Я уже ухожу. Фрау Галина, я не хочу, чтобы ты уходила. Warum sind Sie so verspannt? Почему ты так напряжена? Entschuldigen. Извините. Ich habe Angst. Я боюсь, сюда могут войти. Sie müssen keine Angst haben. Зачем ты думаешь об этом? Ich bin der Herr des Hauses. Я хозяин в этом доме и хозяин в этой стране. Und nur du bist bei mir. И ты сейчас со мной. Aber Frau Anita. Ну, госпожа Анита. Sie ist nicht hier. Ее нет. Nur du bist bei сейчас mir. Есть только ты. Но я не понимаю. Nein, Sie verstehen mich schon. Нет, ты понимаешь. Ich sehe es in ihren Augen. Я вижу это в твоих глазах. Dieser Wunsch ist so stark. Это желание настолько сильно. Не надо, пустите. Passieren. Я чувствую эту страсть. Эта корова вообще ничего не понимает. Почему ты не можешь потерпеть? Скоро будем дома. Нет, мне надо идти.
Rüstung ist. Die vom Führer verlangten Produktionsziffern wurden von allen Rüstungswerken weit übertroffen. Zum Teil wurde sogar das Doppelte erreicht. Eines der vielen Werke für die Herstellung von Panzerkampfwagen und Sturmgeschützen. Es ist die Arbeitsstätte des Obermeisters Hahne, dem der Führer als Ersten das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes verlieh. Eines der vielen Werke für die Herstellung von Panzerkampfwagen und Sturmgeschützen. Es ist die Arbeitsstätte des Obermeisters Hahne, dem der Führer als Ersten das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes verlieh. Für die Endmontage. Старая газета. Комендантский час еще действует. Большой театр вернулся из эвакуации. Интересно, получится ли? Не придавайте этому большого значения. А если получится? Вы представляете, какой резонанс? Какое важное звучание это будет иметь? Это вдохновит фронт. Поддержит людей в тылу и здесь. И немцы будут знать, что не они хозяева уже на этой земле. Это будет потом. Потом. А пока их ответ будет очень жестким. Разрешите доложить? Вернулся. Все сделал. Архипова видел? Когда? Сегодня. Ух ты! Лишь бы получилось. Архипова где? У реки осталось. Встречать сама хочет. Надо пойти поставить везде дозоры. Правильно, Николай Петрович, еще. Соберите диверсионный отряд. Думаете, под шумок на танковые мастерские напасть? Нет. Если все получится, первый удар они нанесут по гетто. Думаю, самый страшный удар. Надо ликвидировать охрану. Может быть, кто-нибудь спасется. Но это же... Я поговорю с людьми. Нужны только добровольцы. Ты встречаешь. Когда придут, действуйте по инструкции. Инш...
Извините, господин Краубе. Фрау Анита меня отпустила. Выпей со мной. Это расслабляет. Нет, выпей из моей рюмки. Хочу узнать твои мысли. Вот скажи, почему местные так упрямы? Они не хотят меняться. За каждого нашего солдата мы убиваем 10 человек. Им что, не жалко своих? Их вас нет. Я не знаю. Рабская психология. Вы не понимаете ни силы, ни добра. Ты знаешь, что такое страсть? Анита, ты уже вернулась? Как видишь? Где дети? С ними Наташа. Хорошо съездила? На складе удачные поступления. Я взяла побольше, чтобы отвезти в Германию. О, я, кажется, знаю этот взгляд. Галина, помоги отнести вещи в спальню. Хочу, чтобы ты взглянула на платье. Слушаюсь. Ты должна посмотреть эти наряды. Как тебе это? Зачем? Очень красиво. Ты немногословна. Простите, госпожа. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься, я все вижу. Но, моя госпожа, я... Не надо ничего говорить. Я знаю своего мужа лучше, чем кто-либо. Он, конечно, мерзавец, но он беззащитен, как ребенок. Он всегда такой. Я завтра уезжаю. С детьми. Мне нужно, чтобы кто-то заботился о нем. И раз уж он положил глаз на тебя, то почему бы и не ты? Молчишь. Наверное, удивлена, что я открыто говорю об этом. Вам, дикаркам, этого никогда не понять. Запомни. Что бы он тебе ни говорил, он никогда не уйдет к тебе. Ты всего лишь служанка. И что бы он ни писал в своих пьесах о любви рабыни и господина, его партия и Гитлер не позволят ему сделать это. А он никогда не пойдет против партии. Поэтому я не боюсь тебя. А теперь ступай. Завтра не приходи. Вот, возьми это. Тебе понравится. Примерь. Schön. Красиво. Sieht aus wie Blutstropfen. Похоже на капельки крови. Meine Wehrmacht, und die haben hier zu tun,
Ты слышал, что его отправляют на фронт? Уже уходите? Фрау Анита отпустила меня. Господин Краубе просил отвезти вас. Спасибо. Я доберусь. Не надо возражать. Водитель ждет. Он отвезет вас, куда вы ему скажете. Das ganze Volk denkt nur an einen harten Krieg. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir entgegentreten. Я уже думал здесь, черти что. Честно говоря, боялся, что тебя взяли. Боялся. Чего вызволять не пришел. Ну как там? Не получилось? Получилось. Ну что ж ты молчишь? Что ж ты молчишь? Ты что, не понимаешь, что ты все? Что теперь все, Галя? Ну теперь все будет по-другому. Ладно, чтоб сработало. Вот умница. На какое время ты выставила? 12. Нужно уходить. Пошли. Yeah.
Проклятая сырость. Восток, чем дальше, тем холоднее. Да, тем холоднее. Налей мне выпить. Слушаюсь, господин Гауляйтер. И себе налей. Все-таки русская водка – самый честный напиток. Не обманываешь себя вкусом и тому подобной чепухой. Пьешь, чтобы опьянеть. И все же я предпочитаю коньяк. Я лягу здесь, на диване. Прислуга и охрана не должны вас видеть здесь, в таком состоянии. Ладно. Помоги. Я вас провожу. Нет, я сам. И, Вильгельм, ты пьян. Неужели нужно было напиваться в канун моего отъезда? Может, ты все-таки передумаешь? Вильгельм, я больше не могу. Я устала. Я все время чувствую себя под прицелом. Стоит только удаче отвернуться, и они убьют тебя, как обычного солдата. Как немецкого солдата. А немецкий солдат – лучший солдат в мире. Прекрати. Это твой долг – умирать за Рейх. А меня волнуют мои дети. Дети будут в безопасности. Я все сделаю для этого. Вильгельм, как? Эти варвары ненавидят нас. Перестань. Мы здесь всего два года. Великому Риму понадобилось 500 лет, чтобы привить цивилизацию варварам Германии. Я заставлю их полюбить нас. Вильгельм, прости. У меня нет столько времени. Что теперь главное? Там на выходе пост проскочить. Выходим к реке, и все. Надо же. Я думал, ты не сделаешь. Что не сделаю? Что еще я для тебя должна сделать? Что с тобой? Мария сказала мне, что ты знаешь о нас с ней. Я знаю, что я поступил как подлец. Я не должен был тебя втягивать. Но без тебя у нас бы ничего не получилось. Я делал это для общего дела. Что со мной не так? Скажи. Я же верила тебе. Мне же ничего не надо было.
Я просто хотела с тобой быть. Я любила тебя. Я тебя тоже люблю, Галя. Я тебя... Я тебе говорил, эта собака пробежала. Иди посмотри. Сам иди смотри. Ну, хочешь, мы уйдем к твоей маме. Нас не будут искать, подумают, что погибли. Мы отсидимся там, спрячемся. Это же чертова война когда-нибудь закончится. В отряд меня отведи. Мои все там. Я не знаю, как тебе объяснить. Ну, допустим, ты. Ты прислужила им. Они тебе доверяли. Любили тебя. Сейчас там мина. Но ты же не считаешь себя предателем. Потому что это война. И потому что по-другому нельзя. По-другому просто не получается. И чистым остаться не получается. Я так не могу. Я думаю, сделаю. И все. А не могу. И с тобой больше не могу. И теперь сама. Шиман. Ас? Что? Перекрыть весь город. Мобилизируют все армейские группы, все части СС, всю полицию. Задержать воинские эшелоны, отменить все увольнительные. Всех легкораненых из общежития, из казино на перекрытие. Задерживать всех, кого встретят на улицах. Проверять всех, у кого горит свет, чтобы таракан из города не уполз. Да, господин рейхсминистр. Разумеется. Все до единого виновные будут найдены и наказаны. Благодарю за честь, господин рейхсминистр. Вы уже знаете. Да. Рейхсминистр первым сообщит фюреру об инциденте. Пока же на меня возложены обязанности генерального комиссара Вайсрутении. Поздравляю. Благодарю. Все-таки... Это ужасная смерть, быть разорванным в своей собственной постели. Он предчувствовал это. В его пьесе варвары закалывают римского героя на брачном ложе. Шиман, вы определенно склонны к мистицизму. Ваше здоровье. Aber machen wir uns nichts vor. Kraube war ein Hurensohn. Aber er war... Он был сукиным сыном, но... Wunderschön. Замечательно. Wunderschön. Aber er war ein Deutscher. Но он был немцем. Und der Tod eines Deutschen... Нельзя оставлять смерть немца безнаказанной. Ungestraft bleiben. Nehmen Sie Platz. Присаживайтесь. Ich denke, wir verschaffen ihm einen ehrenvollen Abschied. Воздадим ему почести в его же стиле. So viel ich weiß, hat Crassus die Sklaven des Spartacus
Кажется, Крас развесил спартаковских рабов от Рима до Капуи. Пусть от Минска до Логойска, на каждом столбе, будет висеть по партизану, сочувствующему или кого вы там сочтете нужным. Слушаюсь. А знаете что? Я сам этим займусь, как новый генеральный комиссар. Враг должен бояться нас абсолютно. К вам у меня будет другая просьба. Morgen kommt doch die Verwaltung der 5. Kommission. Завтра прилетает комиссия из 5-го управления. Und es gibt da ein paar Dinge zu Нужно regeln, уладить некоторые формальности. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Если вы понимаете, о чем я. Ich denke, es ist besser, я думаю, что мы сможем провести следствие лучше людей из Берлина. Их следователи хороши, но совсем не знают местной специфики. Вот именно. Поэтому, чтобы избежать разночтений, уберите все материалы нашего расследования по этому делу. Слушаюсь. Что делать с фрау Мозер? Ihre konfiszierten Güter verlassen morgen den Bahnhof. Отправим завтра в Чехию с конфискатом. Was sollen wir mit dem Agenten machen? А что делать с агентом, ведшим наблюдение? Ist er nicht von Он из местных? Doch. Да. Verstehe, Herr Generalkommissar. Понимаю, господин генеральный комиссар. Auf Deutschland. За Германию. Auf Deutschland. За Германию. Срочно перекрыть все выходы из города, все тропинки, весь периметр. Слушаюсь. Алам! Ахтунг! Там лодка. Быстрее! Быстро! Я их отвлеку. Жди меня здесь. Черт, нам даже шинели не дали взять. Сюда.
Чего ждем, не понимаю. Подняли всех. Да кто знает. Велели глядеть в оба. Ну куда глядеть? Ничего не видать. Водка. Ты откуда, девка? Живая? Ну и как? Узнал что-нибудь? Нигде не объявлялись. Теперь из города не выйдешь. Немцы облаву начали. Стрельба везде. Засуетились немцы, значит. Как там наши? Сработало или как думаешь? Неясно пока. Немцы переполошились. Как она? Спит. Испереживалась за мужа. Столько сделала. Жалко будить. Ничего. Полетит в Москву. Там это спится. Ведут! Не ори, разбудишь. Твоих? Одну вроде. А Яша? Мне надо выяснить. Нет, Маш. Вам запрещено с ней разговаривать. Это приказ. Я не понимаю, товарищ Фролов. Есть приказ, его надо выполнять. Вот и все. Дай дорогу! Дорогу! Вы одни? А где товарищ Архипов? Вы меня слышите? Я спрашивал, где товарищ Архипов? Очнулись. Ну вот и хорошо. Доктор. Вы? Думаешь, что это я? Вот, видите, мы с вами снова встретились. Светло. Очень. Не вижу я ничего. Ничего. Скоро привыкните. Я умерла? Господи, милостлив, прости мне прегрешения мои, вольные и невольные. Вы чего уставились? Это вы меня простите? Но сейчас я должен сделать вам укол. Ну что вы на меня так смотрите? Поворачивайтесь. Чувствуете? Тепло. Что со мной, доктор? Плывет все. Ничего страшного.
Вам надо поберечь себя. Все будет хорошо. Что будет хорошо? У вас будет ребенок. Ребенок? Как ребенок? Ну как? Как это известно только Богу. Тогда уже архангел с благой вестью. Вот я сейчас выйду и скажу всем, что войне скоро конец. Если я не ошибаюсь в своей догадке, то скоро. Очень скоро они побегут. Чайку возьмите. Дякую. Здоровечко. Чего они там? Да цікаво им на Паненку поглядеть, что головного немца забило. Главное у них Гитлер. А он у нас и был тут главным Гитлером. Ну и где он зараз? Был и весь вышел. О, цукорку возьми. Ну-ка, бойцы, освободите место. Разговор у меня секретный. Ну, пока не секретный. Але гляди, был пацан, зараз гоноровый пан. Значит, слушай, Маша, меня внимательно. Самолет будет сегодня. Если еще что-нибудь вспомните, напишите. Сколько можно переписывать одно и то же? Ну что, написали? Подробно? Кстати, мы нашли вашего мужа. Терлецкий, правильно? Вы хотите с ним встретиться? Хорошо, как скажете. Ожидайте. Одни каракули получаются. Ну, не могу я левой рукой привыкнуть. Ничего, привыкнешь. Тренируйся. Разрешите, товарищ подполковник? Да, Сергей Васильевич. Что там? Да не сходится ничего. Всегда просили по несколько раз. Может быть, их куратора допросить? Он что-нибудь прояснит. Вот, прислали от армейских. Из главного разведуправления. Клейман Давид Самуилович. Родился в 1899 году, член ВКПБ 17 года. Погиб, защищая Минское гетто от погрома. Да и товарища Архипова как надежного товарища знает. Верю.
Ну вот. Характеристика на товарища Архипова из вашего отряда. Прислана майором Клейманом в начале операции. Так. Склонность к самоуправству, невыполнение боевых приказов, неспособность верно оценить боевую обстановку. Ну и так далее. Интересно. Что же про меня в такой папочке написано? А у тебя до такой папочки нос не дорос. Вот станешь поважнее, и про тебя будет такая вот папочка. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, я же просил вас помолчать. 5 минут выдержите? Готово. Давайте следующую. Пройдемте. Проходите. Вставайте. Руки пожмите друг к другу. Не надо. Вечером снимки должны быть в газетах. Должны будут. Следуйте за мной. Пройдемте. Разрешите? Они здесь. Давайте покончим уже с этим делом. Кажется, Галина? Галина. Товарищ Архипова, разрешите поздравить вас с присвоением звания Героя Советского Союза за выполнение важного задания в тылу врага. Поздравляю. Товарищ Помазан, поздравляю вас с присвоением звания Героя Советского Союза. Поздравляю. Прежде чем мы приступим к делу, мне хотелось бы знать, есть у вас какие-нибудь просьбы? Водички бы. Я хотела бы знать, что стало с моим мужем. Яковом Архиповым. Он погиб? Мы полагаем, что капитан Архипов погиб, выполняя спецзадание в тылу врага. Награжден среди других товарищей орденом Ленина. Посмертно. Почему ты? Ты же никто. Ну что ты молчишь? Прекратить! Продолжим. Вот здесь изложен ход операции по устранению гауляйтера.
прочитать. Завтра это будет во всех газетах. Выучить наизусть. Это версия партии, и вы должны следовать ей неукоснительно, как на встречах с трудящимися, так и с близкими и друзьями. Нет, я не помню. Вам ведь не нужно объяснять про партийную дисциплину и законы военного времени. Фашисты вели тотальное уничтожение мирного населения. И особое рвение проявлял приспешник Гитлера, гауляйтер Белоруссии Вильгельм Краубе. По его приказу с лица земли исчезали целые населенные пункты. Каждый советский человек, коммунист, комсомолец, беспартийный, стремился отдать все свои силы борьбе с вражеским захватчиком. Партия и правительство нашей страны, весь наш народ подписал смертный приговор этому палачу Вильгельму Краубе. И приведение приговора в исполнение было поручено мне. Общественная жизнь благотворно влияет на человека. Стремительный прогресс Родины, успехи коммунистического созидания рождают людей нового склада. Однако коммунистическая сознательность не формируется стихийно, автоматически, не приходит сама собой. Борьба за коммунизм предполагает неустанную и да тут чуть-чуть осталось. Партии комсомола по воспитанию всех членов общества. Зеркало закрывайте, товарищ старший лейтенант. Эта работа Извини. Связана с решительной борьбой против буржуазной Стойте. Аккуратнее. Что-то случилось? Пожалуйста, здесь направо. Укрепляя коммунистическую деятельность и сознательность советской морали. Восьмой, я Лесной. Объезжаем Энгельса по Интернациональ. Извините, я не сказала, что не люблю ездить по Энгельсу. Здравствуйте. 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 Волнуйтесь. Всегда. Вот сколько раз поступает, каждый раз волнуюсь. Прям не знаю. Надо какие-то новые слова найти. Василий Иванович, регламенты ваша речь. Здесь все в порядке. Проверили? Да. Извините. Нет, нет. Это не сюда, это на сцене. Идемте, я вам покажу. Вот туда. Здравствуйте, товарищ Архипова. Здравствуйте. От лица комсомольцев в Гомельской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вас. Спасибо, спасибо. Извините, я просто не думала, что увижу вот вас так близко. Мы проходили о вашем подвиге в школе и кино смотрели, о том, как вы с вашей подругой Галиной Бумазан. Нам кажется, пора. А скажите, товарищ Бумазан сегодня будет? Не знаю, не знаю. Ну что, давайте начнем. Проходите. Товарищи, проходите в президиум. Это еще что? У нас спецномера, он должен знать. Не имеет права. Останови. А может, диверсия или провокация? У нас? Да откуда, товарищ старший лейтенант?
Что он делает? Может, из спецотдела? В чем дело, лейтенант? Товарищ Мамазан, это вам. Извините. Спасибо, дорогой мой. Лейтенант, вы сошли с ума? Вы головой думаете? Не прошу прощения. Мне просто по связи сказали, что вы едете. Ну, я про вас все детство слышал, а живьем никогда не видал. А у меня отец здесь партизанил, и мать в гетто была, бежала. Понимаю, понимаю. Передавайте от меня привет. Передам. Спасибо вам. Лейтенант, мы опаздываем. Ну да, конечно. Передам. Поехали. Извините. Опаздываем. Успеем. Прошу садиться. Знамя Ленинского коммунистического союза молодежи Белорусской Советской Социалистической Республики внести. Галина Васильевна, точно опоздали. Да не волнуйтесь так. Сейчас знамя несут по залу, потом его торжественно установят, только тогда начнется заседание. Я выступаю первой. В том-то и дело. Не помню, когда это фотографировали. Ужасно получилось. Торжественное заседание съезда объявляю открытым. Слово предоставляется герою Советского Союза Галине Васильевне Помазан. Здравствуйте, дорогие товарищи комсомольцы! Поздравляю вас с большой правительственной наградой! Меня пригласили на этот съезд, чтобы я рассказала о тех страшных днях, когда наша земля томилась под гнетом фашистов. Разрешите, товарищ Силантьев? Проходи, Голубев. Добрые примеры воздействуют на молодежь намного сильнее общих морализующих наставлений. Садись. Литература и искусство, печати, радио и телевидение. Есть хочешь? Все, можно? Ярко, ну, давай. Впечатляюще налетай. Молодежи красоту и благородство дел и поступков... Докладывай, чем занимался. Выполнял приказ майора Коломийца. Велел срочно, одна нога здесь, другая там. Что за приказ? Доставить Галину Помазан на заседание. Враг, вероломно напав, захватил нашу родную советскую Коломийца, идиот. Чтобы уничтожить советский зал. Строй, быстро! Народ, ограбить нашу страну. Вильгельм Граубе, палач белорусского народа, был приговорен партией и правительством нашей страны к смерти.
мне поручили приведение приговора в исполнение. Было страшно. Гауляйтера Белоруссии охраняли цепные псы СС. Но страх не выполнить задание. Надечка, подвести товарищей. Если в списке значится Архипова, никакой помазаны быть не должно. Как только эта идиотская мысль пришла ему в голову. Не знаю, наверное, потому что годовщина. Галина Васильевна. Давай тащи их сюда! Быстро! Извините. Мария Андреевна, съезд должен продолжить свою работу. Возьми себя в руки, Маш, и возвращайся в президиум. После всего, что было? Именно так. А зачем меня сюда позвали? Это ошибка. Это просто чья-то ошибка. Это недоразумение. Я правда не знал. Мы вас отвезем. Не надо. Не надо. Ну, ты это все знаешь, и как вы могли ее пригласить? Что ж ты думаешь, что это я ее пригласил? Ну, спасибо тебе, Маша. Не надо тебе ни за что волноваться. С народом мы проведем работу, побеседуем с делегатами съезда. И этот ссор из избы выносить не будем. Абсолютно верно. Мария Андреевна. Идите в президиум, вам дадут слово. Вы спокойно и твердо выступите. Все должно идти по регламенту. Всех делегатов съезда по списку. Да. Это не вам. Поименно. В Комитет государственной безопасности в актовый зал к 18:00. И еще одно. Майора Коломейца. Подготовить приказ о его переводе. Из Минска в Витебск. С понижением в должности. Это все. Разрешите? Голубев, тебя я не наказываю, только потому, что это твоя первая ошибка. Я правда ничего не знал. Ладно. Садись. Чай остыл. Давайте я вам новый заварю. Не надо. Товарищ полковник, Андрей Николаевич, почему так? Ну, Архипова и Помазан. Они же вроде боевые подруги. В войну одно дело делали. Значит так. Встретились две боевые подруги, которые получили высокое звание Героев Советского Союза за ликвидацию нацистского гауляйтера Вильгельма Краупе. Они встретились. И разошлись. И это все, что было. Тебе понятно, лейтенант?